Я буду читать стихи о женщинах, о любви. Конечно, мужчины тоже причастны к этому. Разных поэтов. Первое, Березняковский поэт. Решета, да. Любуешься ли женщиной украдкой, привыкнув ли обидишь сгоряча, но женщина останется загадкой, прекрасной вечной тайне без ключа. Теперь следующий поэт Андрей Дементьев. Это современный поэт, 1928 года рождения и до сих пор ныне здравствующий. Тоже прекрасно, в общем, женщину воспевает. Настолько природу женскую он понимает. Я знаю, что все женщины прекрасны. И красотой своей, и умом, еще весельем, если в доме праздник, и верностью, когда разлука в нем. Не их одежды или профиль римский. Нас покоряет женская душа, и молодость ее, и материнство, и седина, когда пора пришла. Покуда жив я буду, любовь иным восторгом предпочту. Господь явил нам женщину, как чудо, доверив миру эту красоту. И повелел нам, то есть мужчинам, рядом жить достойно, по-рыцарски и светло, и светло, чтоб ваши души миновали войны, а в сердце не заглядывало зло. Теперь следующее стихотворение тоже о женщинах. Нет женщин нелюбимых, не встреченных есть. Проходит кто-то мимо, когда бы рядом сесть, хотя бы слово молвить и все переменить, былое светом молнии, как пленку засветить. Нет нелюбимых женщин, и каждая права, как в раковине жемчуг, любовь душе жива. Все жизнь непоправима, лишь окажите честь. Нет нелюбимых женщин, пока мужчины есть.